имитировали тяжело, надеялись на победу. Отвратительно провели первый тайм, просто отвратительно. То есть команду просто было не узнать. Так, с таким настроем не выходит играть ключевые матчи за попадание. По второму тайму у меня претензий к команде нет. Да, включили скорости, но третий мяч все перечеркнул. Уже было тяжело догонять. Вот, ну, все силы отдали. Комментировать нечего. Австралию поздравляю с выходом. Да, что команда была по зубам, однозначно. Не сильнее тех команд, с кем мы играли, это однозначно.